И снова здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь рад приветствовать вас на канале нашей компании. Компания Alegria – лучшая компания на побережье Коста-Бланки. Меня зовут Денис Курбатов. Кто не знает, я менеджер по продаже недвижимости. И сегодня мы будем смотреть один очень хороший вариант квартиры с двумя спальнями, которая расположилась буквально 400 метров от центрального пляжа города, пляжа Дель Кура. Стоимость объекта 74 900 евро. Общая площадь 77 квадратных метров. Я считаю этот вариант достоин вашего внимания и приглашаю вас пройтись 400 метров и осмотреть данный объект. Да, дорогие друзья, не забывайте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Также пишите свои комментарии, ставьте лайки и нажмите на колокольчик, тогда вы будете узнавать, что на канале появилось новое видео. Ну вот мы и добрались. Дорогие друзья, это улица Сан-Паскуаль, номер дома 184. Вот он за моей спиной. Квартира расположилась на хорошем верхнем этаже. Это третий испанский этаж. Квартира угловая, ни одна из комнат не выходит в патио интерьера. Что касается инфраструктуры, буквально 200-250 метров нам необходимо пройти пешком к центральной автобусной станции. Там же рядом расположилась Меркадон. Но Меркадона — это не единственный ближайший супермаркет. Прямо напротив здания расположился продовольственный супермаркет, который называется Малинка. Как вы догадались, в Малинке вы можете приобрести продукты отечественного производства. Если вы соскучились по гречке, именно здесь вы ее можете приобрести, а также массу других продуктов. А сейчас давайте смотреть объект. Итак, мы поднялись на третий испанский этаж, год постройки здания 1995. Итак, мы в квартире 77 квадратных метров площади. Чем же помимо локации примечателен данный объект? Как вы можете видеть, здесь частично сделан ремонт. И это ремонт, к которому, в принципе, мы привыкли. Довольно большая гостиная комната, современная кухня, которая разделена на несколько зон. Здесь зона для готовки, здесь есть мойка, есть варочная панель, холодильник. В этом ящике у нас спрятан бойлер. Дальше по квартире у нас вот такая обеденная зона, как некое продолжение кухни. Согласитесь, дизайнерская кухня выглядит неплохо по сравнению со всем остальным, что есть на рынке в диапазоне 75 тысяч. Просторная гостиная комната. Выход на небольшой балкон. Эта гостиная имеет восточную ориентацию, то есть здесь будет солнце в первой половине дня. Итак, дорогие друзья, первая спальная комната. Как вы видите, предыдущие собственники уже готовятся выезжать. Окно также имеет восточную ориентацию. Здесь стоит небольшая кровать, хотя вполне достаточно места для того, чтобы установить двуспальную кровать. Также есть небольшой шкаф. В квартире, конечно, чувствуешь простор по сравнению с другими испанскими квартирами. Я могу действительно ее назвать довольно просторной. Справа у нас расположился санузел, как вы видите, тоже после капитального ремонта. В санузле у нас есть душевая кабина, умывальник, стиральная машинка вертикальной загрузки. Также есть унитаз и биде. Вот так выглядит вторая спальная комната. Это основная спальня, она больших размеров. Окно выходит на улицу. Как я и обещал, ни одно окно в этой квартире не выходит в патио интерьера.
Что же касается расходов на содержание данной квартиры. Коммунитат составляет 153 евро раз в 6 месяцев. Значит, 306 евро в год. Ежегодный налог ИБИ 200 евро. Итак, мы посмотрели с вами квартиру с двумя спальнями. Исключительная планировка, нету окон в патио, есть частичный ремонт. Квартира довольно большая, 77 квадратных метров. Стоимость объекта 74 900 евро. И я считаю, этот вариант очень достоин вашего внимания. Если вас интересует более детальная информация, вы хотите узнать, как ее можно приобрести дистанционно, есть ли возможность ее купить в кредит, просто свяжитесь со мной по номеру WhatsApp, и я вам предоставлю всю необходимую информацию. С вами была лучшая компания на побережье Коста Бланки, компания «Алегрия». Я искренне ваш менеджер по продажам Денис Курбатов. «Алегрия», мы строим вашу мечту в Испании.